Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Североказахстанской области провели круглый стол. В центре внимания правила выдачи паспорта готовности энергопроизводящим и энергопередающим организациям к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов. В 2020 году 30 декабря приказом министра энергетики Республики Казахстан внесен изменения в правила получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями паспорта готовности. Срок получения документа для услугополучателей ежегодно до 19 октября включительно. В случае его отсутствия на субъектах крупного предпринимательства предусмотрен штраф в размере 300 МРП. Прием документов шляется на портале электронного правительства ЕГОВ с 15 августа по 30 сентября. Для получения паспорта готовности необходимо предоставить заявление на получение паспорта готовности, акт готовности энергопредприятия к работе в осенне-зимний период, перечень документов, подтверждающих условия выполнения готовности энергопредприятия к осенне-зимнему периоду, а также заключение энергетической экспертизы о готовности зданий, сооружений и энергопредприятий к работе в осенне-зимний период.